Доброе утро! А вы знаете народную примету? Если на прилавках появилась хурма, значит скоро зима. Скажу одно, это примета работы. И сегодня на завтрак у нас витаминный микс с хурмой. Для этого нам понадобится одна хурма, 40 граммов овсяных хлопьев, 50 миллилитров молока, пол чайной ложки мускатного ореха, арахис, мед, сливочное масло и чернослив. Промываем чернослив и нарезаем его на небольшие кусочки. Следом измельчаем арахис и перекладываем все это в пиалку. Добавляем к ним 40 граммов овсянки, 50 миллилитров молока, 20 граммов растопленного сливочного масла, пол чайной ложки мускатного ореха и чайную ложку меда. Хорошенько все перемешиваем и отставляем в сторону для набухания овсянки. Берем хурму, отрезаем верхушку и аккуратно при помощи ложки извлекаем сердцевину, которую мелко нарезаем и отправляем к нашей овсянке. Все перемешиваем и заполняем хурму овсяной смесью. Закрываем верхушкой и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 15 минут. Хурма богата калием, магнием и натрием, которые поддерживают сердечную мышцу, а витамины С и ПП положительно влияют на прочность сосудов. Готовой хурме даем немного остыть, разрезаем пополам и можем наслаждаться сытным, сладким и очень вкусным завтраком. Надеюсь, такой завтрак придется вам по душе. Приятного аппетита и хорошего дня!